Компания «Автотрейн» предлагает миграционные услуги. Въезд-выезд на границу за миграционной картой. Ежедневные поездки на границу и обратно для граждан Украины, ДНР, ЛНР и гражданам Молдовы для обновления миграционной карты. Въезд-выезд теперь каждому доступно. Компания «Автотрейн» делает акцию до конца месяца. Закажите место прямо сейчас и получите скидку на 21% на поездку до границы и обратно. Не упустите свой шанс совершить поездку на границу и обратно из Москвы. С нами дешево, удобно, комфортно. Не забудьте рассказать друзьям о нашей скидке. Вдруг им тоже нужна поездка. Внимание! Скидка действует только для тех, кто бронирует место от метро «Котельники». Въезд-выезд. С нами это. Удобные кресла. Понимая продолжительность поездки, мы уделяем огромное значение выбору кресел в транспорте. Они откидные. Остановки по просьбе. Водитель делает остановки по вашей просьбе. Фильмы в пути. На протяжении всей поездки водители включают самые последние новинки кино. Помощь в получении документов. Мы готовы помочь консультацией и опытом в вопросах получения документов. Кондиционер. Наш транспорт оснащен системами кондиционирования воздуха, чтобы нашим клиентам было комфортно и уютно. Надежность и безопасность. Весь транспорт регулярно проходит техобслуживание. Поэтому вы можете спокойно ехать с нашей компанией «Автотрейн» без проблем. Туда и обратно. Почему выбирают нас? Потому что у нас транспорты 2019 года. Автомобили у нас тщательно проверяются перед поездкой. Мягкое сиденье и откидные. Не устаете в дороге. Ежедневный въезд-выезд. Отправка до границы и обратно. Осуществляется каждый день. На любую дату можете рассчитываться. Бонусы для клиентов. Влажные салфетки и бесплатная вода. Кола, Фанта. Теперь о ценах. До границы Украины от 2200 рублей. На границе не будет никаких дополнительных расходов. Пересекаем пешком. В течение 30 минут туда и обратно. При желании можно и на такси. До границы Латвии от 2500 рублей. Расходы на границе потребуются только если вы нарушили правила 90-180. Тогда потребуется доплатить 2000 рублей. План поездки до границы и обратно. Встречаемся у метро «Котельники» в 19 часов ровно или от метро «Анина» в 20 часов ровно. Оплачиваете поездку. Выбираете место. Остановки каждые 3 часа. Прибываем на границу. Проходим российскую границу, но украинскую сторону переходить не нужно. Получаете новую миграционную карту. Возвращаемся в Москву. К метро «Анина» в 13 часов ровно. Поездка на границу для обновления миграционной карты с компанией «Автотрейн». Наша транспортная компания «Автотрейн» обновила лицензию 20 февраля 2015 года. Мы имеем право перевозить людей на территории России, не думая, что наш транспорт могут забрать транспортная полиция. Для вас будет въезд-выезд до границы и обратно для обновления миграционной карты. Безопасно. Вы можете быть уверенным с нашей компанией, поскольку мы работаем легально. Каждый наш клиент будет застрахован. Звоните нам по номеру 8 495 118 31 50 или 8 968 032 55 55. Звоните, будем рады вам помочь.